Привет и добро пожаловать на канал, я Джискиран, и сейчас мы с тобой будем смотреть новую нарезочку от Дениса Карамышева. Ветра магии, Warhammer Vermintide 2. Это если что, кто не в курсе, игрушка в стиле, так сказать, Left 4 Dead, но по вселенной Warhammer. Довольно интересная, кстати. Очень даже. В компании особенно. Peter Parker. British people watching Spider-Man be like, Peter Parker. British people be like, can I get a bowel water? Что? А борбли спюхали скажутся. Это с этого имени ты угорал в начале? Да, я говорю. Борбли спюхали скарч. Battlefield Overwatch. Ой, я вляпался в какую-то херню, меня мошки едят, пацаны. Ад. Я тебя отбью. Да, я газую. Я тоже. Сейчас, погодите, он станет как подойдем. Уйду там. Сука! А, ты в меня попал! Блять, прости, пожалуйста. А чё ты ожидал? Да, блять, вы чё? Это он хуй, судя по всему, заглотил. Ням-ням-ням-ням. Я чипсы ем, сижу. Чипсы с писюнами? Оу май. Я чипсы ем, сижу. О, припасаны тут, блядь. Ассасин, он ко мне вплотную подошел и смотрел на меня. И трогал себя. А чё, Ассасин, стреляй, у тебя же арбалет. Я перезаряд был. Ой, на меня прыгнули. Видишь, он так медленно и печально летел на Заки. Он просто... Такой, ну мне пизда. Да, такой... Он пока летел, завещание писал. Тяжело сейчас, наверное, шкалоте с гопниками, да? Их нету, да. А их нету? А чё, они... Да, ну... Всё, они... Это, нормальных людей реабилитировались. Ну, в смысле, так новое поколение гопников же выросло, поди, нет? Не-не. Хипстеры. Ну, в смысле, да. Хипстеры, подожди. Ну, то есть, когда к тебе подходит человек отжимать айфон, у которого прическа за 5000 рублей, и от него пахнет ванильным смузи, ну ты что? О, да. О, я бочку поднял, пацаны. Бля, опять? Да, я почему-то в меня-то её кинул. Я не знал, что у неё Friendly Fire. Тут у всего Friendly Fire. Блядь, его подальше выкинул от нас. Вон туда куда-нибудь. Да, что, зачем так далеко? Потому что она Friendly Fire'ом ебашит. Ну и нормально, никто ещё не взрывает. Ну, ты меня плохо знаешь в этой игре. Денис себя-то взрывает. Завидный. Да. О, нет, пацаны, я... Ну, я не знаю, кстати, все равно мне больше всего, наверное, больше, ну, в игре понравился как раз-таки вот этот маг. Хоть ты сам себя и взрываешь. Перегрелся. Сейчас взорвусь. Я первую часть всю прошел ей. С друганом. Да это... ёб твою мать! Да, это еще и урон этим, да мобам чё, наносит. Я все время забываю про это говно. Там, блядь, кстати, есть возможность остужаться. Третий раз. Денис, себя-то взрывает. Чего уж говорить о вас. Себя-то мне хотя бы жалко. А, мы опять как, блядь? Да, мы вернулись к этому лифту, сейчас вниз поедем. Ой, пацаны. Простите. Вот и наша бочка. Чего? Сука! Чехов повесил эту бочку. Не просто так. Чтобы я по ней стукнул, и мы все подамажились. Пока загружаешь. А что блядь, ты еще берсерка взял, ты вообще ебанутый, что ли, а? Я охуенный. Возьми танка. Я охуенный. Въебок, блядь. Не позорь расу гномов. Сука. Не позорь расу гномов, пацане, блин. Сайдут. Ау. Смотри, сейчас пополам тебя разрублю, иди сюда. Ну смотри, правда, смотри, Сайдут стал в два раза меньше, чем мы все. Ты как это сделал? Ох уж эти руки. А кто такой высокий? Саня, что ли? Да, в смысле. Подожди. Ну-ка, Сань, подожди, постой. Саня выше всех нас, ребят, вам не кажется, что он компенсирует? Поэтому это и фэнтези игра. Ой, иди нахер. Сволочи. Сайд, как у тебя обзор? Сайд, там по яйцам босса бьет. Выше не достает. Кусает. Нам сейчас, походу, чатик бесконечных патронов накинет. О, да, я помню эту фиговину. Это забавно. Это в чате люди могут голосовать за то, каких мобов выбрать, за то, дать баф или дебаф. Да, бесконечные патроны.
Бля, Денис. А, да, Friendly Fire-то не отменили, я про это забыл. Я сквозь Петю хуярю бесконечными патронами. Если бы сквозь, просто я все впитал жопой. Начинаю заговариваться, но я просто что-то подустал, пацаны. Я после этой вакцины только отошел первый день. Петя, да, теперь еще месяц на работе будет говорить, что он устал после вакцины, ну, чтобы да. его не трогали. Ну, слушай, нахуй ты это палишь в эфире-то. Вот Денис один. Почему? Я с Саней, а с Петей. Это я, потому что тебе подошел. Ну вот, я знал, что ты подойдешь. Мне нравится, как из Пети, когда вырывается вот это. Как-то ему лень даже хихикнуть просто. Мне кажется, у него рядом лежит телефон, записанный вот этой фразой, и по нажатию кнопки она просто воспроизводится. Слушай, ну Петя вакцинировался, у него я усталость. Просто устал, да, ребят. Все книжки я знаю, где лежат, поэтому их можете не искать. Стукните по бочке. Нельзя стукнуть, пока ты ее несешь. Сначала стукнуть, потом брать. Ну, один раз стукнуть, Петя, один раз, блядь, стукнуть. Произошел троллинг. Петя вместо того, чтобы сделать, что искали, засунул я себе в жопу и под шок, блядь. И к вам еще добежал, да? Все, ребята, смотрите, что у меня есть. Сайдет, хоть сюда. Тут книжка. Скажи только, где? Я тут не знаю, допрыгнешь ли. Шпик ебаный. Причем, вы смотрите, Сайдет так бегает, у него, короче, ноги в коленях вообще не сгибаются, просто две палки такие прямые. Ну, кстати, да. Наверное, у него просто коленного сустава нету. Подожди, ну-ка, Сайдет, подожди. Сайдет, присядь. Присел. Тебе, может, так вот лучше? Не, подожди, поделай тибэк. Я хочу на него. Вообще нихуя не меняется. Ну да, вот просто чуть-чуть. Сайдет против дантистов. Нет, я ничего против дантиста, я просто когда я последний раз был в дантиста, мне, короче, зуб начали лечить, в итоге меня его выдернули и за все это заплатил почти 10 штук, блядь. Я сайт вырвал зуб, отвечавший за букву R. Сука. Хороший комментарий, спасибо. Это, если что, уже финальная DLC, которая ветра магии. Оп, я сейчас как раз пустил один ветерок магии. Я волшебник. Яды накастовал, блядь. Your wizard Harry. Воздушный маг. Сука. Слышите? Ой, парни. Парни, берегитесь. Блядь. Да, меня выкинул. Блядь. Я за Петей. Блядь, меня сейчас затянет. Убей мага. Он далеко ушел. Вот ебись, сука. Тих двое, что ли, опять не могу? Блядь, меня одна жалки в другую кинула. Какого хуя вообще? Блядь. И я не смог двигаться и встал в первую еще раз. Что это за ебаное говно, блядь? Так, я сейчас подниму. Беги вперед нет, сразу, тогда в четвертый раз засет. Что ты со мной это сделал? Ебать, вот это вот, блядь, environment exploring. Ну, Сайду, по-моему, просто понравилось такое слово environment. Environment, да, вот к нему все это самое. Прилип. Да. Если, кстати, этот голый мужик сейчас в комнату войдет, Сайду такой, нихуя, вот это, блядь, environment. Ты что-то на синтола накачал. Да. Опаньки. Сейчас фейерверк будет, ребят. Бум, бич. Красиво. Не, блин, классная игра. Как? Ну, бочку кинул и... Надо бы поставить, да пройти тоже все. Сидельца. У Дениса Егор. Сильный вермент. Такой маленький Егорчик. Егорка. Такой маленький злой ублюдок, посмотри на него. У которого почему-то постоянно на спине текстуры не прогружаются. Ну да-да-да, вот я как раз хотел про это сказать. А, ну все. Что-то странно. Ох ты, ёб твою мать! Я такого не ожидал, говна! Нихуя он плотный. Блять, что-то плохое, да, делает? Лучше не стоять рядом. А, он превратился в эту ёбань. Прикольно. А, он на меня переключился. Ну, как было быстро. Да. Ну, я его танчу, бейте его, бейте. А, он меня жрать начал. А, не жрать, он мной вас бьет, ну охуеть. Ну, значит, мне не показалось, что ведьмачья музыка включила. А, это нормально, что нихуя не вижу? Ах, блядь! Да. Обычно так и бывает, когда тебе блюют в лицо. Ой, блядь, прости.
Прости, не хотел тебя пинать. Надеюсь, все в порядке. Ты что, спрятался, Петя? Мне там-то комфортно. Петя застал. Да, я что-то устал воевать, все. Капец, вы старые, нам говорят. Нет, мы просто старые, без капец. Ну и... Да, Сайдуду, он вечно 12. Ага. Так он своим жертвам говорит. Мне 12, приходи в песочницу. Сука. Ночью. В 2 часа ночи. Не говори родителям. Ебаный брат, вы чё, охуели, что ли? Да, они всем чатом где-то, по моим чувствам, делают вид, что это меня это ещё трогает. А прикиньте, Сайдет потом ложится спать, короче, и плачет каждый раз по часу. Не, у меня ваши фотки к стене прибиты. И ты дрочишь перед сном? Получается. Почему? Вы стрёмные. Ну ты делал усилия над собой. Сайдет пытался. А мне ты по-другому говорил. Сайдет пытался, так и не получилось. В школе учился я хреновенько. Как и все мы. Наверное. Я точно хреновенько, у меня одни тройки были. У меня лучшая была биология и... Блять. Потому что ты учил ее по клипам Виагры. Что, блядь? Анатомию еще он учил по клипам Виагры. Да. Ага. Но это одна и та же песня вообще. Предлагаю в речи слово на букву П заменять на слово гомеопат. Нормально. Ебать. Хорошо, кстати, принимается. Да. Да, я не представляю, как это сказать. Спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось и было интересно, лично мне зашло. До скорой встречи.